О том, что команды из Мурманской области поедут на международную лигу КВН, стало известно еще зимой 22 года. Тогда северяне смогли достичь успеха в Сочи. И уже сейчас сборная Заозерска и «Для вас» играют в Минске. Редактуру они проходили у известных КВНщиков, в том числе Леонида Купридо. Очень нормально все потихонечку проходит. Что-то подрезают, что-то убирают. Очень приятный мужчина Леонид Купридо. Вот первый раз видел, очень, как очень. Команде «Для вас» удалось выйти на финишную прямую во втором полуфинале игр. А вот команда из Заозерска смогла удивить членов жюри уже в первом, набрав 37 баллов из 40 возможных. Соперников видели только вот в коридорах там этого. Дома молодежи, но у нас нету другой, так сказать, реалии, как это назвать. Но вообще, если на бумаге, то команды, да, действительно, какие-то и известные, и какие-то титулованные, и в Сочи что-то показывали, поэтому борьба. О. Финальные игры состоятся 18 и 19 декабря этого года. А до этого момента команды будут репетировать, импровизировать и готовить новые шутки. Александра Клепцова, Даниил Скуратов, ТВ-21+.